да, это не совсем играет роли. Почти зеркальная карта. Ну давай, удачи. Короче, у нас попался какой-то типок сегодня серьезный. Вот, зеленым цветом играет в зеленых картах. Но тем не менее, это мне не помешало его выбить одной рукой из дюна, из хека, из тои, и турнамент официал А, турнамент официал Б. Короче, мы с ним поиграли. Я его выиграл в сухую. И сейчас хочет его унизить Джасула, чемпион. Наш чемпион хочет показать ему свое мастерство. На карте Блютфилд, где играют один на один, то есть две позиции, одна и вторая. Карта зеркальная, как Джаз говорит. Карта зеркальная, соперники очень достойные. Джасулан чемпион. Танк тоже какой-то серьезный тип. Говорит, я профессионал на каждом углу. Ну, короче, он заебал, мы его вызвали на дуэль. Мне он просрал уже 5-0. Сейчас будем смотреть, как поиграю с ним с Джасулан. Ну и по традиции, как обычно, я поднимаю стопочку кверху. А, еще всем говорю ассаляму алейкум, друзья. Будем смотреть бой. Наверное, за тебя, вот этот, твой дружок, да, соперник, Гамзат, переживает сейчас очень сильно. Короче, поднимаю стопочку за тебя, Джасулан. Давай, вперед. Смотри, он пытается задронить. Ой, не задронить, а зафокусить твоего дрона. Ну, бас дрон разбил. Какого хрена он слева заезжает, когда, блин, там... Ты давай-ка, это... Сильно поменьше слов, чемпион, поменьше слов. Ты давай собирайся. Соперник серьезный. Ты давай как молча. Видишь, что творится с твоим танком. Давай молча, уверенно, собрано. Без лишних слов. Ты потом в конце все выскажешь, как ты его победил. Да там я уже забуду. Ты сейчас расслабься чуть-чуть и потеряешь собачек, потом танки. Вот так. Подстрой собачек, Джас, собачек, Джасулан, подстрой собачек. Без собачек никуда. Я не собираюсь собак, да, я собираюсь дезоляторов. И холмик занимай, не отдавай ему холмик. Соперник у нас серьезный вообще парень, зеленый вообще танк. Подписался танком, но это не танк, это, по-моему, у нас Тимбервульф играет, мне кажется. Он потому что знает тебя, твою тактику. Жасик, давай, ты не подкачай, Жасик, не подкачай, тебе паучок, блять, контроль хороший у зеленого игрока, да более нам никогда не известного. Жасик, на майнер едь кверх. Да погоди, меня Жасик. Ну я же его побеждаю, как этого, а ты не можешь. Давай. Джасулан, давай вперед. Джасулан. У тебя, блядь, ты про майнеры забыл, у тебя майнеры, короче, нахуй, ковыряются, нахуй, в глине.
не золото добывают, а глину нахуй роют, копают. Ты их наверх забыл перевести, дорогой мой. Сейчас будешь по бабкам просаживаться. Подумай об этом. Ну и у того также такая же ситуация. Только у тебя денег на 2000 больше. Вот все тебе подсказывать надо, вообще же, Жаслан, ну как так? У тебя быстрые руки, но медленная голова. Жас, добивай эти танки нахуй. А, у тебя нечем. А это из-за скалы. И собаки также, Жас. И собаки также. Это рельеф. Это особенности рельефа в этой карте. Ну чё, как тебе, новичок наш? Новичок какой-то зашел. Я тебе тут уже шибко веселить не хотел. Думал, ты, блядь, сыграешь-то хоть нормально. А тут ты пиздец. Отлетел.